Весенний праздничный детский концерт прошел в Центральном дворце культуры «Созвездие», приуроченный к Международному женскому дню. Кстати, это первый концерт после ремонта данного учреждения культуры. Здесь продолжились занятия. Тут и там слышны звуки музыкальных инструментов, звонкие песни и веселая музыка. Готовились дети к праздничному концерту очень ответственно. Праздником представительниц прекрасного пола поздравили участники коллективов и студии ансамбль танца «Сюрприз», «Первоцвет», «Наше время», «Колотирик», «Соловушки», «Светлячок», «Прогресс», мужской класс и большой детский хор имени Яворовской. Бабушка Зоя, бабушка Мин, бабушка Таня, баба Полина. Бабушка, бабушка, я люблю тебя. Бабушка Зоя, бабушка Нина, бабушка Таня, Лена, Марина. Бабушка, бабушка, я люблю тебя. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить наших любимых мам, бабушек и сестер с 8 марта, замечательным праздником. Я выступаю в нескольких коллективах, такие как «Наше время» и «Мужской класс». Также я сегодня выступал несколько номеров. И я был очень рад увидеть всех мам, в том числе мою маму и мою бабушку. Я представляю вокальную студию «Наше время». Это замечательный коллектив, в котором мы все вместе выступаем, поем и танцуем. Это очень хороший коллектив. С 8 марта всех мам, бабушек, сестер и всех детей на свете. Мы образцовый коллектив, театр-студия «Орликин». И мы были ведущими в мероприятии «Весенний концерт». Поэтому мы хотим поздравить и бабушек, и мам, и девочек с наступающим праздником, 8 марта. Желаем вам счастья, здоровья, любви, красоты, чтобы у вас было все хорошо, вы не болели. Мы коллектив «Сюрприз» и поздравляем всех девушек в Дмитрове с 8 марта. Ура! Дорогие наши, с праздником вас!